Так, друзья, всем доброе утро. Вторая ночь без сна прошла. Наконец-то я разобрал все ваши заявки. Но я думаю, что разобрал все. Если я кому-то не написал, что заказ принят, в общем, напишите мне, пожалуйста. Получился вот такой вот, короче, список. Сейчас буду отправлять в работу. Ну и на этом все не заканчивается. Сейчас беремся за вторую. За вторую непростую задачу, короче, вот эти все вкладки нужно сейчас разобрать и заказать все комплектующие. Очень интересная технология. Реально, ребятки делают по ходу каток. Вот так сначала ходят, периметр заливают. Первый раз, на самом деле, наблюдаю за этим процессом. Интересно. Потом, видимо, вот этот снег весь вычистится как-то наружу, что ли. Ну, короче, реально интересно, что по итогу будет. Ручные движения. Прикупили метальчика. Фу, скоро пригодится.